Здравствуйте, дорогие подписчики и зрители моего канала, с вами снова Кромвелл, и сегодня мы с вами продолжаем играть The Walking Dead. Остановились мы с вами на том, что Кенни смог завести машину, то есть, вот так вот, я знал. Так. Для начала уедем куда-нибудь, где нет снега, обеими руками за, согласна. Мы должны вернуться на юг. Что? Мы замерзнем до смерти. Не знаю, кто придумал тебе Веллингтон, но этой девушке... Ой, я не то сказал. Да, Веллингтон. Она права. Что, если мы вернемся в лагерь Карвара? Что? Да ну нафиг. Я вообще думаю о Техасе. Техас? Упал, что ли? Это просто предложение. Мы уже говорили об этом. Прости-ка. Мы будем искать Веллингтон. Ведь так, Клем? Да-да-да, Веллингтон. Кенни, там же холодно. Я согласна с Кенни, нам стоит ехать на север. Еще как. Клем. Моя подруга Криста тоже рассказала мне о Веллингтоне. Джейн, мы должны ехать туда. Слушайте, мне глубоко пофиг, на что вы там все надумали, но я починил машину, значит, и я буду решать, куда мы нам ехать. А едем мы на север. Только как сможем... Мы сможем так только уберечь нашего маленького Эджея. А Арло? Кто, русский, что ли? А он не поедет с нами, а что ты думал? Просто оставим его здесь. Он слишком опасен. В этом ты можешь быть и права. Все значит. Он знает эту местность, он может помочь нам. Да, за последнее время он отлично нам помог. Из-за него Люк погиб. Я не говорю, что он нам особо помог, но если бы ты вел себя с ним помягче, так или иначе, я не собираюсь ехать куда-то посреди ночи. Да, я тоже. На дороге нас может поджидать стадо ходячих. Ты хочешь запачкать свои руки кровью ребенка? Мы все тут умрем, если ты не успокоишься, Кенни. Может, хватит сегодня хоть ссориться уже? Да ё-моё, вздумайте, последний раз у нас была рабочая машина, и мы с... Я пошла в дом. Давай завтра, Кенни. Ну с... Ты не можешь просто уехать от нас. Ты никуда не денешься. Кенни, надо просто остыть. Да, он действительно катится уже. Как там говорится? Попытайся образумить его. Тихо шифером шурша. Что-то там дальше. Ладно, неважно. Сейчас нам надо поговорить с Кенни и убедить его в обратном. То что, ну, подождать денек еще. Совсем чуть-чуть же машина завелась. Что ж ты... Черт подери, мать ваша... Вот же... Уйди отсюда нахер. Это я. Клем, извини. Просто дай мне секунду. Закрой дверь. Ты можешь в это поверить, Клем? Я починил машину, они ведут себя так, будто я... будто я испортил... Я знал, что Джейн снова в заднице, но я думал, что она... Майк есть, Майки. Я уже ужас... Они меня ужасно... Они боятся тебя, Кенни. Но меня пугает, что они планируют просто бродить по лесу. Ты меня вообще слышишь? Мы все напуганы. Понимаешь, у нас есть всего на день еды для ребенка, вот и все. Клем, подумай о Ребекке и Элвине. В смысле, что было бы, если бы Лин не прошел половину Джорджи в твоих поисках? Я знаю, ты прав. Кто-то должен держать группу сплоченной. Этот ребенок зависит от нас. Ты полностью прав, полностью прав. Я сомневаться ни в чем. Вот бы Ли был тут. Да уж. Как Ли не хватает. Как ты думаешь, что бы он сказал? Я думаю, он сказал бы мне, постарайся держать группу сплоченной. И мы должны продолжать идти. Думаю, ты права. А я не помню, что он говорил мне на самом деле перед смертью. Мы не можем просто бросить ребенка, когда... Когда вообще какой смысл выживать? Такие люди, как Ли, знают это. И чего не понимают такие, как Джейн? Ли — это уже легенда, честно. Парень Ли. Я понимаю, что Веллингтон может быть выдумкой. Но думаю, без огня не бывает. Криста тоже слышала о Веллингтоне, ведь так? Знаешь... Когда я видел тебя на лыжной базе, то подумал, что сплю. А я-то как рада был, это просто. А когда ты села ко мне, мы разделили еду, я заметил, что ты изменилась.
повзрослела. Я чувствовал гордость. Я давно ее не чувствовал. Но сейчас ты мне нужна, Клим. Что-нибудь там должно быть. Мы найдем это, Кенни. Я знал, что могу рассчитывать на тебя, Клим. А я на тебя рассчитываю. Ты же лучший. Давай решим все завтра утром. Кенни, в тебе я не сомневаюсь. Ты никогда говна не говорил. Поспи немного. Уж кто-кто, а Кенни, он точно не посоветует плохого. Он едет, но он все делает правильно. И это так, я не знаю, может это так задумано, но Кенни, он в порядке, он в порядке, он полностью в порядке. Что это такое? Что за звуки? Кто там стучит? Понятно. Какая-то ниточка, проводок. Так. Что это, они без меня поехать собрались? Нет, мне пока не оставили. Это что за херня? Шепотом, шепотом, шепотом. Эх. Сейчас! А ну-ка, это не свои. Если это... Что происходит? Руки, блядь. Эй, русский! Ну, здорово. Боже мой, не грила! Ну, тихо, спокойно. Ну что это? Не приближайся. Клем. Черт. Что вы делаете? О, все против нас. Здорово. А ребенка они забрали хоть с собой? Мы уезжаем. Да сейчас. Прям так и отпустил. Кенни! Тихо, тихо. Давай поговорить об этом, Майк. Тут не о чем говорить. Да что ты говоришь? Послушай, Клем, мы просто хотим сбежать от этого парня, понимаешь? Где Кенни? От кого? От Кенни? Клем, черт подери, мы просто... У нас нет на это времени. Ну, Кенни, ему дайте выбор крикнуть, Кенни. Ну же, Майк, уходим. Нет, никуда вы не уйдете. А, какая драма. Не драма, вернее, а какое событие. Я прям всего переполняю. Ну ладно, Клем. Еще рус, я бы вот русского сейчас застрелил с удовольствием. Боюсь машину поцарапать. Вот! Тихо, тихо, тихо. Кенни, Джейн, помогите! Они хотят украсть машину. Вот и все, до свидания. О! Черт! Нет, да что ты, нет, игрила, я надеюсь, ты рад. Ваш русский ублюдок, который не опасен. Клем, господи. О боже, Майк, мы должны уходить. Оставь ее. Тупые ублюдки. Боже, Клем. Какого черта вы натворили? Что вы натворили? О, пускай это будет сон. Боже мой, неужели ее застрелили? Куда попали-то? Куда-то в плечо, что ли? Чуть ниже, по-моему. Что? Как? Клементина. А? Ли? Нифига себе, камбэк! Это что, сон все, что ли? Все эти сезоны были сон или что? Какая Клем маленькая. Ли, это всего лишь кошмар, солнышко. Я не понимаю, что сон уже. Серьезно, я путаюсь. Что стряслось? Дак? Дак? Ли. Он укушен. Мы не знаем, как действует укус. Может быть, это похоже на простуду. Вот уж я сомневаюсь. А я знаю, что будет. Он умрет, я это знаю. Ты не можешь знать наверняка. Он в афиге просто. Что? Что ты говоришь? Кенни. Это сон похожим. Я чувствую себя виноват. Нас выстрелили, и мы попали... Почему? Я назвал его плаксой, когда подложил ему жуков на подушку.
Ой, ничего страшного, солнышко. Ты ведь не со зла. Боже мой, Ли! Черт подери, как я тебя давно не видел. Почему Лили поступила так с Карли? Я не знаю. Как это... Она была расстроена, Клем. Порой люди выходят из себя. Ты когда-нибудь был настолько зол? Однажды. Клем, люди всегда поступают разумно. Почему? Потому что плохие вещи случаются с каждым. В такие моменты сложно держать себя в руках. Боже, сколько ты всего хорошего мне наговорил. То есть, за все эти времена стольким мучился. Что думаешь, следовало ее оставлять в лесу? Да нет, ты все правильно сделал. Нет. Может, и стоило. Я не знаю. Но она у нас и тут потом уведет эту машину. Я не знаю, все ли мы сделали правильно. А как можно узнать? Ведь это не математика, Клем. Иногда верного ответа просто нету. Ненавижу математику. Я тоже, солнышко. Я, кстати, тоже не люблю математику. Часть взросления делает все, что в твоих силах для людей, которые тебе... Блин, я не так прочитал, ладно. Приходилось прикончить боль кому-то рано или поздно. Я не хочу делать кому-то больно. Все не так просто. Мне так страшно, Ли. Что я могу сказать тебе стало лучше? Что я могу сказать тебе, чтобы тебе стало лучше? Что ты не оставишь меня. Ни за что. Обещаю. Все будет хорошо. Ну. О, охерительный сезон. Просто охерительный. Такой камбэк. Ли, снова Ли. Давай немного поспим. Хорошо, Ли. Да, по-любому это сон. Она без сознания, она все это вспоминает. Блин, как классно. Налево. Сбавь скорость. Захлопнись. Вот мы и просыпаемся, похоже. Она очнулась. О, с выстрелом. Ну, примерно в плечо. Я так и думал, примерно в это место. Ты отключился из-за болевого шока. Где мы? Мы по пути уже несколько часов. Взяли машину, чтобы ты не замерзла. Как ты себя чувствуешь? Больно. Мы не нашли пулю. Должно быть, она пролетела на вылет. Некоторое время рано будет ныть, но ты справишься. Вот сукин сын. То есть я ожидал подобного от русского. Но Майк... И заметьте, Кенни снова сказал правду. Он снова был прав. Да, он едет в неком состоянии таком. Пребывает сейчас, то есть он странный немного, но он все еще в разуме, то есть он разумный. Я знаю, что они что-то замечали, я не думаю, что так. Я должна была что-то предпринять. Они сбежали. Им удалось забрать с собой ребенка. Не удалось. Теперь, когда Клем очнулся, нам стоит обсудить. Когда Клем очнулся, нам нужно обсудить дорогу, куда мы едем. Или мы едем на север. Зачем? Чтобы найти Веллингтон? Тебе ничего не устраивает. У самой-то есть план получше? Нужно ехать на юг. В лагерь Карвера.
Я за тобой, Ким. Кажется, Бонни говорила, что там есть детская. Веллингтон не так далеко. Стоит продолжать искать Джейн. Клем, ты не можешь знать наверняка. Она высказала свое мнение, Джейн. Клем, пожалуйста, это самоубийство. Почему тебе не дать, раз ей решить? Если ты не можешь... даже если мы движемся в верном направлении, у нас найдут... Нас уйдут недели на то, чтобы найти Веллингтон. А в лагерь мы вернемся за пару дней. Знаете, она что-то говорит правильно. Знаете что, мы развернемся только в том случае, если ты сможешь отцепить мои руки с баранки. С руля, то есть. Что скажешь? А ладно, я сдаюсь. Убери свои ноги с панели. Давай поиграем, Клем. Когда я смотрю по сторонам, то я вижу мудака. Твоя очередь. Повзрослее. Вы оба ведете себя как дети. Я не могу разглядеть чертову дорогу. Держу пари, что это единственное, что ты не видишь. Захлопни свое хлебало. Хватит с меня игр, Джейн. Иди в жопу. Ты ничего не знаешь. Ты не права, я знаю, что ты себе представляешь. Ничего. Ты никому не нужна. Ты никому ничего не должна, и тебе наплевать на всех, кроме себя. А что это значит, что ты ничтожество? Да что с тобой? Дело в твоей семье, так? Не начинай. А ведь права, не так ли? Следи за дорогой. Я слежу, черт тебя подери. Слушай сюда, если ты еще хоть раз вякнешь о моей семье, я тебя прикончу. Боже правый, как же я устал от этого. Просто закрой. Затормози. Что, опять сбегаешь? Как же неожиданно. В конце концов, все равно заботишься только о себе, а? А где ты был, когда умерла Сарита и Кенни? А, где ты был? Я был там. Никто не виноват в том, что люди гибнут. Мы все хотели держаться вместе. Но все пошло наперекосяк. Но ради них мы должны делать все, что в наших силах. Прости, Клем. Я больше не могу мириться с этим. Это чувство взаимно. Знаешь, что о тебе думают люди, Кенни? Ты просто бомба замедленного действия. Все шепчутся за твоей спиной, потому что все боятся тебя. Это неправда. Майк, Бонни, Сарита. Это неправда, лгунья. Все находятся рядом с тобой, не знают, рано или поздно они погибнут. Это знала Сарита. Это знаю я, и это знает Клементина. Я сказал тебе не говорить о моей семье. Иди нахер. Катись к черту. Боже, ну не... Классно повернул. 360. Вот так надо тормозить. Ты в порядке? Нормально. Как Сиджи? Он в порядке. Уверена? Да. Клем, а ты как? Я в порядке. Обо мне в последнюю очередь думают. Ну, как обычно. Кенни, я... Погоди. Объезжай. В одного из них могу... В одной из этих машин есть топливо. Нам не стоит это здесь останавливаться. Все равно топливо заканчивается. Выбора нет. Когда я скажу, что все нормально, выходите. Если что-то случится, встретимся там. Кенни. Какой же он мудак. Боже, я больше не могу. Я не шучу, Клем. Вы оба перегибаете. Клем, но я ведь не говорю правду. Я говорю правду, ты это знаешь. Нет, отчасти ты говоришь правду. Но я верю Кенни. Я ему обязан. Когда мы можем уехать? Давай прямо сейчас. Ты серьезно? А Эй-Джей? Слушай, я знаю, что мы близки, но Кенни никогда не отпустит его. Слушай, это наш класс. Это наш шанс, Клем. Ты никогда не хотел узнать, каково это жить самой по себе? Выстрелы, что это такое? Здорово. Здесь холодно. Почему они двигаются? Должно быть тут недостаточно холодно. Плохо. Вытащи нас отсюда. Я не умею водить. Видишь педаль внизу? Дави на нее. Сделай что-нибудь. Да хорошо, хорошо. А педаль бы ты отпустила. Боже мой. Ну здорово. Выбирайся отсюда. Дверь заклинила. Бам. Вот дерьмо, больше. Их все больше. Беги. Клем, иду, иду. Быстрее, да стараюсь. Выбирайся отсюда. Джейн. Джейн, погоди.
Ну-ка! Руки свои грязные! Где ребенок? Джейн! Ну здорово, опять одни. Ну что ж такое-то? Так. Да, уж холодно. Они до сих пор ходят. Как это недостаточно холодно? Так, а мы можем идти. Зачем нам ввязываться в драки, правильно? Со спины его обойдем. Так. Патроны тратить не будем. Зачем? Ой, она, наверное, без сил сейчас останется совсем. А, тут какие-то следы есть. Причем их несколько. Это ведь следы? Пускай будут следы. Но это ходячие могут оставлять еще. Ну, ладно, будем двигаться, в общем. Я не знаю, куда мы будем двигаться. Вперед, возможно. Ничего не видно. Какой-то след. Так. Да уж, на... Оу! Тихо. Так, зомби. Ни с кем не ввязываемся. Идем спокойно. И уверенно. Тут какие-то леса, я не понимаю. Куда идти-то? Тут есть камень. А, мы куда-то пришли, да? А, что это такое? Веранда? Вроде как. Корка. Площадка. О, дверь. Ну, пойдемте в дверь. Убежище. Смотрим. Так. Давайте уже в следующей серии посмотрим, что там внутри. На этом мы прервемся. Продолжим уже в следующий раз. Серия вроде нормальная вышла. Так что, если вы здесь впервые, обязательно подписывайтесь, оценивайте. Будет еще обязательно. Всем спасибо и всем пока.